До финала конкурса «Безопасность дорожного движения глазами детей» дошли работы учеников 1 и 2 классов Лесногородской школы. Эти ребята, кажется, только читать научились, а ПДД уже знают не хуже старшеклассников. Для лесногородских школьников это действительно актуальная проблема, потому что, учитывая географическое положение лесного городка, действительно правила дорожного движения становятся жизненно необходимым моментом в обучении детей. Можайское шоссе, Минское шоссе, центральная улица, которая не имеет светофора, к сожалению, на сегодняшний день. Сам лесной городок достаточно заселен густо, много домов, узкие улочки. К сожалению, нашим деткам зачастую негде погулять, поиграть, покататься на велосипедах. Поэтому для нас самая, наверное, главная задача, когда ребенок приходит в школу, это научить его правилам дорожного движения, для того, чтобы была его жизнь в безопасности. Детей можно заставить выучить правила дорожного движения, но едва ли от этого будет прок. Игры и тематические конкурсы при участии инспекторов ГИБДД – самый доступный формат изучения правил. И именно он активно практикуется в Лесногородской СОЖ. Совместный план работы учебного заведения 10-го батальона 1-го полка ДПС расписан на несколько лет вперед. В финале конкурса поделок можно увидеть и перекресток, преодолеть который пытаются пластилиновые животные, и алфавит ПДД, и даже планету безопасности. Почти все они – результат совместной работы детей и их родителей. Самое главное – креативность и информативность. Самое главное, чтобы, делая какой-то проект, ребенок понимал и осознавал, и усвоил на интуитивном уровне, как правильно действовать в той или иной ситуации, в момент опасности. В финальный день конкурса инспекторам 10-го батальона пришлось выполнять непривычную для себя работу – выбирать лучшего из лучших. Посовещавшись, первое место присудили первокласснику Владиславу, автору проекта «Планета безопасности». Мероприятие прошло на высоком уровне, очень понравилось. Подготовка детей, преподавательского состава, родители, которые им помогали. Хочется всех поблагодарить, также в преддверии весенних каникул, пожелать, чтобы про безопасность никто не забывал. Как дети, как родители, так и преподаватели. Между тем, инспекторы ГИБДД говорят, взрослым необходимо вместе с детьми повторять правила дорожного движения. Статистика показывает, в этом году на территории обслуживания 10-го батальона в ДТП пострадали 4 детей. 3 из них были пассажирами, а правила их перевозки нарушили родители. Школьники, выучившие ПДД, уже готовы помогать мамам и папам. Мы когда с мамой шли, мама не посмотрела направо и налево. Я ей напомнил, то, что надо переходить дорогу по зеленому цвету. На красный надо стоять, чтобы машина прыгнула. Желтый надо приготовиться. Родители приходят и рассказывают, представляете, вот еду я, немного превысила скорость, а ребенок говорит мне, мама, давай немножко сбавим, потому что я хочу, чтобы мы доехали домой живыми и невредимыми. Для меня это лучше всякой похвалы. А инспекторы ГИБДД уверены, совместные труды взрослых и детей лучшим образом повлияют на дорожную обстановку. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».